Еще одна дата, которая напоминает всему миру о зверствах гитлеровской Германии. В день, когда заключенные Бухенвальда подняли вооруженное восстание против своих охранников и вышли на долгожданную свободу, вспоминают всех, кто не выжил в так называемых «фабриках смерти». В Люберцах местом памятной акции стал вечный огонь. У мемориального комплекса собрались сотрудники администрации, депутаты, а также представители ветеранских организаций и общества инвалидов. Это наша боль, понимаете? Мы все одна большая семья. И мы должны переживать за все. За прошлое, за настоящее и за будущее. Мы должны помнить. Помнить этот день. Никогда его не забывать. Поэтому я посчитала нужным, и все мы, находиться здесь сегодня. Наши родители тоже же были тоже репрессированы и были больны, тоже войну прошли, поэтому это память даже не только нашим всем стране, и родителям нашим. Память узников концлагерей почтили минутой молчания. Затем все присутствующие возложили цветы к подножью памятника воину-освободителю. В настоящее время в городском округе Люберцы проживают 82 человека, которые лично прошли сквозь ужасы фашистских застенков.